Так, ну вот, мы бронировали были 10 мая, вот, мы ему писали, он говорил, что хорошо, как бы, типа, того, что все с утра мы приезжаем, вот, мы ему писали, хорошо, типа того, и он говорит потом, ну, то есть, добрый день, отмены не делать, мы говорим, нет, все отлично, он как бы, все понял, все отлично, все хорошо, типа. Дальше идет. То есть мы еще не пишем. Здравствуйте, мы там приезжаем. Мы приедем 25 июля в 6 утра. Где нас встретите? Можете. Может возле шлагбаума. Он говорит, добрый день, добрый вечер. Проверяю график. 25 наш выезд в 12. А так. С какого перепуга, если это же не гостиница, а квартира, как бы, вот в чем вопрос. И он заранее нас не предупреждал. Даже если бы написал бы, мне вопросов бы не было. А так в итоге Александр, это Тимоте, как бы, ну, апартаменты, которые на это есть. И я у него раньше снимал, все было нормально. Проверил бы, об объявлениях нигде нет, ни у него, ни у других, как бы. Квартирах, то есть, где летают квартиры, студии там, или однокомнатные, или двушки там, например. Вот. Пишет вот такое вот. Вы проходите через Авито. Какое через Авито, если там не написано ничего? Чё за бред, вот, как бы, вопрос следующий. Почему, зачем меня так поставлять, если можно было это заранее написать? Вот, пускай он посмотрит на ютубе, это будет на ютубе выложено. Так что пускай все знают, что у нас такой бардак. Вот так. Так делать нельзя. Так никто не поступает. Так, ребят, всем доброе утро. Сейчас иду на море, в принципе, я в Варнабе. Тут форс-мажор у нас случилось, как говорится. Ну, кинули меня. Вон так, короче. Заезд. Он, то есть, я написал этому человеку, который бронировал бы квартиру, раз. Написал бы еще 11 мая. Мы написали. Вот. Написали, что приедем в 6 часов утра. То есть у нас поезд 6 утра. Он говорит, окей, все хорошо. Написали были позавчера, когда мы выезжали из дома. Еще, по-моему, вечером или днем. Вечером, скорее всего. Написали, или утром даже, вот, утром. Я потом перебивку всю, как бы, скину. Точнее, прикреплю к видео. Посмотрите сами и удивитесь. Вот. И в-третьих, он нам говорит, потом отвечает, у меня заезд в 20 часа, выезд до 12. Мы такие говорим, с какого перепуга, если вы, почему вы нас не предупредили? Вот у меня клиенты там, выезжают 12 часов, в час я могу пропустить. Я говорю, и что дальше? Мы... До часу будем сидеть с 6 утра и до часу дня сидеть где-то черная, где ни толком, ни кофе побить, ничего там. Жара. Даже не переодеть в жару такую. Это не Липецк, не Москва, что можно говорить там что-то. Вот как люди так поступают? Это слишком подло поступил. В итоге, не знаю, вернет, не вернет, но этим брони. Ну, там будет видно. Ну, а теперь он, типа того, угрожает, типа того, что у него мама инвалид, там, вы так неправильно поступили, типа, меня кинули. Это ты нас кинул. Мы тебя кинули. Вот. Так что, ребят, будьте внимательны, когда при броне обговаривайте все моменты, все время, потому что могут вот так кинуть людей.
А таких сейчас очень много. Особенно в Анапе. Так что будьте бдительны и как можно старайтесь без обмана, чтобы вы отдыхали. Ну я попал, я вот рассказываю как бы. Я ни разу не попадал, но хотя я у него снимал где-то 2 года назад квартиру тоже, как бы, в студию. Все нормально было. А тут на тебе. Ну вот такое вышло. А то мы идем на море, а там будет видно, что будет, то будет. Я этот закреплю к видео его переписку, его номер. И чтоб все знали, что у нас такой обманщик есть в Анапе. Вот. Ну а мы идем дальше. Да, конечно, тренинг не подпортил, но слава богу, ты нашел более-менее, ну, где остановиться эти 12 дней. Ну, я потом покажу вам. В принципе, это не, ну, не квартира, а гостиница. Я пишу в гостиницу. Ну, там столовая, ну, есть. Столовая их, ну, типа как вчераша, их кто помнит? Гостевой дом. Или как в Амелии, типа того. Ну, плюс-минус. Ну, он похож на террас просто. Так что, наконец-то море. Увидим уже. Красота. Через секунду продолжим. Так, ну что, море, привет. Море, пляж. Зеленое, пофиг, что светит море. Все равно мы не купаемся. Так, пляж родник. Мой привет. Наконец-то. Мы тебя увидели. Наконец-то пришли. Он туда прошел. И все. Да, море светит, но куда без этого? Так что сейчас будем раскладываться. Так, ну что, море, привет. Рыбок много, смотрим. Кушать можно поискать. Нет, вода нормальная. Блять, не лови. Вон рыба сколько. Ого, мелких. Красота. Так, где ты поплавал один? Поискупаться. Ух ты. А вот. Как раз вот тут и, наверное. Женя. Что? А. Это ракушки. Да, море, конечно, зеленое. Светет. Дельфины, может, и были, но я не успел. Ну, в итоге пока определился, пока все. Так, все, пройду. Вот тут, наверное, лучше всего. Он краб. Я краба нашел. Крабик. Крабов полно. Вот он, Антон. Вот это что? Краб. Нет, это не краб. Крабы есть?
помыть ног. Блин, тут зеленое все. Надо идти искать другое место. Или вот тут вот сейчас поплаваем. Поискупаем. Короче, температура воздуха 27, а воды, сейчас будем проверять воду, вода, наверное, 25. Блин, ребят, как будто я уже давно купаюсь на море. Красота. Так, мы главный градус должны потерять. Вон. Так. Да, рыба полно, крабы есть. Куда же без этого? Да что, кайфуем. Да что, кайфуем. Ну, температура воздуха, наверное, будет, точнее, море будет 25. Не меньше. Да, 25, ребят. 25 воды. 7 с чем-то утра. По 8. Тут все зеленое. Да, надо искать места. Вон, найди чистое место, но все. Да. Всем привет из Черного моря. Это вот такое вот утреннее видео. Это впервые вот такое море, куда я приезжаю, то есть не иду, ну, первые дни. Класс, класс. Эх. Уже зелень все. Так, пойдемте на берег. Куда он убежал? Крабик. О, блин. Что ты щипаешь, а? Баламут. Покажи. Маленький. Мне неудобно держать его. А вот это что? Что-то нашла я. Крабик, ребят. Вот он маленький. Ну, он так. Вот он есть. Его, ну. Вот иди сюда, что снимем. Что? Это такое. Где? Вот, что вот это. Палка.
Вот, смотри. Ну, не знаю. Ну, елка, конечно, выпусти, пока живет. Ах, пошел. Он маленький. Там вот чище, вот тут ты чисто иди сюда. Ты тебе где зелень? Так, то ладно, его пойдемте на берег. Такое море, так что всем доброе утро. И всем пока-пока. Не забываем ставить лайки. Подписываться на канал. Дальше еще интереснее будет. Всем пока-пока. Так, всем добрый день. Доброе утро. У нас вот такое вот море. В данный момент, кто говорил, это загрязное, грязное. Но местами есть чистое. Можно, в принципе, найти чистое море. Это не проблема. Пошли дальше туда. Ну там вот как бы рыбки тут плавают даже. Мелких очень много рыбок. Ну и дальше туда вот чистейшее море. Там погубки, я не пойду. Я вот не умею, так что, ребят. Да дальше можно найти чистое море, так что не проблема. Ну поэтому все. И говорят, что про Анапу все плохое, что вот чисто море, так что, ребят, всем хорошего дня, доброго утра, не забываем ставить лайки и подписываться на канал, дальше еще интереснее будет, всем пока-пока. И сейчас вон там еще покажу, что, наверное, полно там. Это демон один там туда, не пляж, родник. Там народу полно. Дельфинов я не видел. Да, место поменял, пришлось поменять место, так как хозяин квартиры сказал, что гаяц в час. А для чах нам негде сидеть, и нам пришлось менять место, так что, ребят. Хотели бы квартиры, но удобно гостиница сразу. Да, это вот такие вот дела. Народу, в принципе, не сильно много, но народ есть. У меня на роднике, в принципе, очень немного народу. Можно, блядь, родник походить, купаться, загорать, отдыхать. Кайф. Море местами чистое, местами водоросли. Ну, море 25-26. Этого никуда. Меня не пугают эти водоросли, так что я наоборот, как бы сказать, наоборот это хорошо, когда водоросли, как бы, ну типа того, что море, оно, ну, и должно быть так, это природа, как бы, это ничего не поделаешь, просто, наверное, потом будет собирать, а иначе будет проблема потом, ну, гнести. То есть вонять будет эти водоросли, особенно в центре Анапы. Ну, сегодня вот такой денек. Надеюсь, вам понравится. Там чистое вообще море. Я думаю, что утром будет чистое море. Кто-то говорит, что грязное. Ну, ничего не грязное. Это люди придираются просто так вот. Слишком сильно придираются. Тоже не хорошо.
Ну это природа, как бы, ничего не поделаешь. Так что вот такие вот дела. Не будем ставить лайки, подписываться на канал. Дальше еще интереснее будет. Всем пока. Так, это сейчас уже в районе 9 утра. Море зеленое. Ну, там есть шикарное море, так что, ребят, не волнуйтесь. Как бы кто-то поехал, типа, говорится. Грязь и все такое. Нет, на самом деле, это природа. Это ничего не поделает. Ну, это сравнение нужно собирать. Вот, так что вот такие вот дела. В принципе, нормально сейчас. Температура воды 25-26. Воздух 32 где-то. Так что вот такие вот дела. Но это не плохо. Так, вот такая красота тут сейчас. Кораблик виднеется. А то такие вот дела, ребят. Вот такая вот Анапа.